Всем привет! Сегодня у нас будет, по-моему, третий или четвертый день арены, не помню уже точно. Один мы, по-моему, пропустили, проспали. Чисто проспали. Так, ну что, ставим героев. Раз, два, как обычно. Так, ну ее я не могу использовать. И вот так. Смотрим, что у нас по рунам есть. Так, тут понятно все, тут ожива есть. Ну, давайте попробуем. Так. И оживу поставим. Так, тут у нас получается либо разброс, либо тяжелый удар. Ну, поставим, попробуем тяжелый удар. Так, тут рунами оживу поставим. А тут рунами поставим. Ожог. Вот так попробуем. Вот сразу против донатной пачки нас кинуло. Ну, в принципе, чем неплохо ТУшку ставить. То, что она очень-очень отлично, как видите, станет. Стан вообще чудесный получается. Тем более на двух героях. Так, одну затащили. Сейчас еще пойдем на китайку, посмотрим, что на китайке у нас будет. Ну, давай подгружайся. Опять дала бота. Ну, с ботом, думаю, мы должны справиться без проблем. Но это не точно, как обычно. Вот сейчас он гахнет. Тут без проблем. Так, есть. Побежали дальше. То есть, если у вас есть герои-дальники, на них все-таки лучше ставить ТУ. Стан плюс... О, бочка. Ну все, пипец нам. Сейчас нас бочка сольет. Алкоголь. Вот это никнейм четенький. Все, бочка зарядилась. Бум. Давай, есть. Ну, тяжелый. С работой. Супер. Вот так вот. Без проблем. Все, у нас, в принципе, попытки кончились. Ну, три попытки затащили. Так, поехали на китайку. Попробуем на китайке. Посмотрим, что там у нас сегодня. Ну, а тут тоже самый трэш. Так, раз, два, три. Тяжелого, к сожалению, нету. Есть ремки. И дохренище ремок. Дохренище просто. Так, ну что, на него попробуем. Баст. Даже попробуем. Так, ремка. Бог войны пусть будет. Тут попробуем. Ремка. Бог войны и бог войны. Ну, попробуем вот так вот. Не знаю, что получится. Чисто ради интереса. Блин. Затащили. Так, наверное, знаете, что сделаем? Сделаем вот так вот. Одного вперед кинем. Не этого, а вот этого вперед. Попробуем так. Чтобы сразу он дамажил. Против бота.
Психощит. Ну, конечно, блин. Так можно жить. Ну, думаю, мы должны раздать. Нет, хилится он никак. Есть. Ну, поехали, третий бой. Плюс то, что сейчас не засчитывают поражение, не отнимают звезду, это очень большой плюс. Так, опять бот. Ну, интересно, кто первым ударит. Моя первая ударила 76 тысяч, я охренею. Ну, три есть. Все, дальше платные попытки. В принципе, смысла нету. Можно, конечно, но неохота. Охота попробовать без доната пройти. Максимум набрать. Ну, так, в принципе. Неплохо, я считаю, сегодня прошли. Пишите комменты, кто как бегает, сколько затащил. Подписывайтесь на канал. Всем пока.